Всем привет, уважаемые болельщики! Мы в славном городе Санкт-Петербург. И сюда, на берега Невы, вернулась Национальная студенческая футбольная лига. Стадион Кировец. Матч между командами Крымского федерального университета и командой Орловского государственного университета имени Тургенева. Тоже о том, что будет исполнять штрафной удар. Будет сам бить. Опасно! Я думаю, что будет у нас с вами много интересного. Да, как хоть на какие-то очки в этой игре. Удар! Опасный момент! Смотрим на повторе. Здорово там разобрался Вадим Автаев. Ну и сделал хорошую передачу на Антона Печелюзова. Тут пробил. В ближний угол метил, но команд. Хорошая передача. Ну что придумают эти черные? Еще удар! Справляется он в этой сейчас непростой ситуации, хотя удар был в ближний угол. Наносил его не хорошая передача. И вновь опасный момент. Удар поворотом. Будем надеяться на то, что дальше будет больше. Итак, давайте мы с вами немножко отдохнем и в скором времени продолжим. Да, кстати, здесь была перекладина. В случае, если еще одно ударение будет у Никиты Котова. Так! Сыграл Данил Умрикин. Очень и очень интересно. Зачем он в руки мяч? О, опасный момент! Удар поворота! На 3 балла отстает, но у них еще игра в запасе. Мяч, но довести дело до чего-то интересного. Так и не удалось, а вот тут вот уже было неприятно. Вот тут свои зубы. Опять они показали свой грозный оскал, ну и великолепный удар получился у Данила Умрикина. Заставили. Они будут стараться зацепить это единственное очко, а в общем сейчас может и этого им не достаться. Опасный момент, удар! Они были очень близки к тому, чтобы первый мяч отправить в ворота. Если нет. Нет! Ну где там мяч-то? Метается он! Пенальти! Неужели? О, господи! Вот это у нас с вами концовка! Будем сейчас смотреть. Давайте сначала на повторе все эти дела. Тут у нас с вами все было в порядке. Ну, надо было в этом эпизоде выносить, но, по-моему, не знаю, игра там в мяч была или... Кодов! Ах, казалось бы, уже отражает этот мяч. Но нет, все-таки команда КФУ забивает гол. И вроде бы уже Котов переводил мяч туда, за ворота. Еще раз смотрим на повторе. Совсем немножко везения ему не хватило. А вспомните, что я вам говорил несколько минут назад. Команда Крымского. Спасибо вам, уважаемые зрители. Еще раз говорю, смотрите наши интервью. Следующие игры. Для вас эту игру комментировал Глеб.